каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Мэрия Кызыла с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращается к жителям города с просьбой быть предельно осторожными и внимательными при разведении костров, сжигании сухой травы, мусора и других бытовых отходов. Согласно правил благоустройства и обеспечения чистоты на территории муниципального образования города Кызыла, категорически запрещается сжигание мусора, бытовых отходов на уличной территории, во дворах организации и других общественных местах. За неисполнение этих правил предусматривается штраф на граждан в размере от 1 до 1500 рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. В Туву прибыли два наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Миссия занимается оценкой соответствия выборов президента России обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам и требованиям к демократическим выборам, а также местному законодательству. Накануне Борнхерт Рут Петра и Хаймс Роберт Стивен встретились с председателем избирательной комиссии Тувы Олегом Фортуной, после чего наблюдатели ответили на вопросы представителей двух телеканалов Тувы – телекомпании «Новый век» и ГТРК ТВ. We arrived in Russia on February. Мы прибыли на территорию России 11 февраля. Штаб-квартира по наблюдению от ОБСЕ находится в Москве. Что касается нашей группы, то мы географически находимся в Красноярске, преимущественно, куда прибыли 14 февраля. И 23 марта мы покинем территорию России. Сейчас на территории Российской Федерации находится 60 долгосрочных наблюдателей, которые прибыли на территорию России 5 недель, точнее, пробудут здесь на территории России 5 недель, включая несколько дней после дня выборов. Обычно мы работаем в парах, мужчина-женщина, и представители, наблюдатели не должны быть из одной страны, это запрещено. Соответственно, эти долгосрочные наблюдатели отвечают за 30 территорий, которые закреплены за теми или иными городами. Например, Владивосток, Самара, Липецк и вот по территориальному делению Российской Федерации. Остальные 450 краткосрочных наблюдателей приедут в Россию за 2-3 дня до дня выборов и уедут с территории России на следующий день после дня выборов. Но также, соответственно, они будут находиться в этих 30 областях, в краях по территориальному делению России. В правительстве Тувы обсудили вопросы подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с ним на территории республики в текущем году. Прежде всего, глава республики подчеркнул, что первые должностные лица на местах несут персональную ответственность за оперативные действия в ходе любых ЧС, и напомнил, что в прошлом году произошли две чрезвычайные ситуации, связанные с потоплением населенных пунктов на территории Дзунхемческого и Кызылского районов. Тогда ущерб составил более 4 миллионов рублей. По предварительному прогнозу, в 2018 году в зоны возможного потопления попадают 15 населенных пунктов. Это город Кызыл, ЛДО Правобережной дачи и микрорайон Орбита, поселок Кахим, город Туран, село Сарыксеп, город Чадан, село Шуй Байтагинского района, местечко Алаш и село Шекпир Барунхемческого, село Иетал Улухемского района, село Элегест, села Торахем и Чазылары Тожинского района, села Алданмад и Карачара Судхольского района, а также село Эрзин. Сегодня принимаются организационные меры, создана противопаводковая подкомиссия. Глава Тувы Шалбан Караул поставил задачу, чтобы к мероприятиям по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка подключились Тувинский гидрометцентр, который должен оперативно информировать о прогнозе гидрологической обстановки на период прохождения весеннего паводка. Миндортранс Тувы обязан иметь полную готовность к предоставлению транспорта для проведения эвакуации населения из зон возможного затопления, доставки сил и средств к местам проведения аварийно-спасательных работ, быть готовым к созданию резерва горюче-смазочных материалов для обеспечения этих мероприятий. Минздрав Тувы должен предусмотреть оказание медицинской помощи пострадавшему населению и личному составу поисково-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных работ в зонах возможного затопления. Минсельхозу Тувы поручено подготовить места временного размещения сельскохозяйственных животных, вывоза кормов.
Региональному МВД рекомендовано рассчитать силы и средства для обеспечения охраны общественного порядка, организации безопасности дорожного движения на маршрутах водоформирований в районы возможных чрезвычайных ситуаций, маршрутов эвакуации населения, обеспечения охраны финансовых и материальных ценностей в зонах бедствия и так далее. Все. Сыналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят». 20 марта в Национальном театре. Бери и дари. Букеты любой сложности. Доставка по России. Коллективные и интернет-заявки. Королевство цветов. Кичилола 15/1 8-923-266-0066. Потому что дамы этого достойны. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В рамках совместных разыскных мероприятий с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Туве и сотрудниками МВД задержан гражданин России, находящийся в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России, незаконное пересечение государственной границы России и кража. Как сообщает погрануправление Тувы, в 2015 году житель Терехольского района, ранее судимый гражданин в составе преступной группы, совершил незаконное пересечение госграницы из России в Монголию и похитил на территории соседнего государства более 60 лошадей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вина подозреваемого в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказана. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания для последующего доставления в суд. Шестнадцатого ноября прошлого года на торжественном вручении 18-й ежегодной латинской Грэмми, проходившей в Лас-Вегасе, прозвучали имена тувинских музыкантов. Народный хюмейджи Тувы, директор Центра тувинской культуры Игорь Кушкендей, стал обладателем музыкальной премии Латиноамериканской академии искусств и науки звукозаписи в категории «Лучшая современная песня», как соавтор композиции «Somos Anormales», которая вошла в одноименный дебютный альбом известного на весь мир профессионального музыканта «Резидента». Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas. Данную композицию творческий союз «Резиденты» и фольклорный ансамбль «Чергилчин» записали в 2016 году в студии записи Центра тувинской культуры. Выпущенный в 2017 году альбом «Резиденты» получил большое признание от музыкальных критиков, завоевав 2 латинских Грэмми. Это лучший альбом на испанском языке и лучшая современная песня. В связи с командировкой в КНР Игорь Кушкендей не смог лично принять участие в церемонии награждения в Лас-Вегасе, но заветная статуэтка Грэмми прибыла к правообладателю по почте 5 марта. Я, конечно, очень горжусь своим народом, горжусь предками, что оставили такое искусство. И, конечно же, это же не только мой, а вот заслуга нашего народа. Успех – это
нашей республики. Если вы до сих пор не определились с подарком на 8 марта, не раздумывая, отправляйтесь в дискаунтер «Ценолом» по адресу Интернациональная, 112. Здесь вы найдете подарок на любой вкус и бюджет. Вообще, выбор презента – дело серьезное. Однако, чтобы избавить дорогих мужчин от суеты перед праздником, в поисках идеального подарка для любимых женщин предлагаем в помощь несколько идей нужных и полезных подарков. Планшеты, ноутбуки, имеющие не только разные возможности, но и цены. Популярный подарок на 8 марта. Он ждет вас в дискаунтере «Ценолом». Для любительниц селфи смартфоны на любой бюджет для создания потрясающих портретов. За подарком отправляйтесь в «Ценолом». Телефон с профессиональной камерой – это то, что надо. Мультиварки, блендеры, тостеры – незаменимая вещь на кухне. Любимая вас точно отблагодарит вкусным завтраком или сытным ужином. Если вы бережете ручки своей любимой, то не только стиральная, но и посудомоечная машинка будет подарком кстати. Телевизор – тоже хороший подарок, чтобы ваша милая могла раствориться в любимом сериале и отдохнуть от забот. Ну а если вы боитесь ошибиться с подарком, то подарочный сертификат будет очень кстати. А также не забудьте приобрести клубную карту, ведь она даст вам возможность приобретать товар по цене от производителя. В преддверии 8 марта на определенный ряд товаров скидка 8%. Торопитесь за подарками. Дискаунтер бытовой техники «Ценолом» сердечно поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта и желает быть всегда любимыми, успешными, здоровыми и привлекательными. Дарите подарки с умом. «Ценолом», Интернациональная, 112. Женский организм – крайне хрупкий механизм, требующий внимания и ухода. Но как же определить, какие изменения происходят в вашем теле? Проверить, все ли в норме, или уже пора обратить внимание на состояние того или иного органа? Ответить на эти вопросы женщинам помогут специалисты по ультразвуковой диагностике. В нашем медицинском центре можно пройти обследование на диагностику заболеваний и их успешное лечение. Комплексное ультразвуковое обследование у нас проводится на аппарате экспертного уровня «Валюсон», который отвечает всем требованиям в сфере женского здоровья и проводит обследование в акушерстве и в гинекологии. Ультразвуковое исследование – одно из самых безопасных для человеческого организма, даже для беременных женщин и грудничков. С помощью УЗИ вы с высокой достоверностью сможете диагностировать воспалительные заболевания и аномалии развития, выявлять опухоли малого таза и другие заболевания на ранних стадиях. Берегите свое здоровье, проходите обследование вовремя. Дорогие женщины, от имени коллектива медико-диагностического центра хочу поздравить вас с праздником весны, 8 марта. В этот весенний день я желаю вам быть окруженными заботой и пониманием. Будьте всегда неотразимы, женственны и счастливы. Московский театр «Мюзик-холл» продолжает радовать кызылчан. В этот раз они приезжают с комедией «Педро Кальдерона де ла Барки» с «Любовью не шутят», которая будет показана 20 марта 2018 года в 19 часов на сцене Национального театра. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут. Мы будем очень рады видеть вас на нашем спектакле и слышать ваши аплодисменты и ваш веселый смех. Спасибо, до скорой встречи. Зрителей порадует по-настоящему звездный актерский состав. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов, Екатерина Волкова и другие. Это настоящий московский спектакль. Организаторы проекта специально привозят масштабные декорации, реквизиты и стилизованные испанские костюмы, воссоздающие историческую эпоху 7 века. Истинные театралы смогут оценить спектакль именно в том виде, в каком он постоянно идет на сцене Московского театра. Приходите, и вы не пожалеете. Вы получите море улыбок и позитива. Будут слезы? Будут. Но не от того, что вы будете переживать и страдать, а от того, что вы будете сидеть и смеяться. Так что приходите, я вас жду.
Создатели спектакля отнеслись к автору пьесы предельно почтительно, создав на сцене хитросплетенное кружево интриги и юмора, комедии, плаща и шпаги под стать золотому веку испанской драматургии. Возлюбленный кабальера, готовый к любым ухищрениям, находчивый и проворный слуга, прекрасные дамы и любовные перипетии поведают зрителю о том, что шутить с любовью опасно, но возможно, если хочется оставить неизгладимое впечатление. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. Ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. В Кызыле облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью минус 14, минус 16 градусов, днем минус 3, минус 5.